Всем привет! Сегодня я, Вероника Влог, и я снимаю видео, как я иду в больницу резать себе ноготь. Вон там моя мама, и я иду. У меня проблемы с ногтем, и мы будем аж на левый берег ехать вместе с вами. Ладно, увидимся, может, уже в маршрутке. И мы уже в маршрутке. Тут много людей. Это моя мама. Тут много людей, так что я потом буду снимать. Вот мы уже едем. Вот еще на левом берегу, еще далеко. Будем очень долго еще ехать, так что я буду часто ставить на паузу. Все дрожит. Это наш город такой. Ладно, увидимся на левом берегу. Я решила заснять это зрелище, потому что это Днепр. А маршрутка дрожит неудобно. Дороги не очень. Я разговариваю тихо, потому что куча людей. Я боюсь. Ладно, увидимся попозже. И мы уже на левом берегу. Идем. Мама, нам долго идти? Не очень долго идти. Может, на сегодня, если у меня будет все хорошо, пойдем в парк. Ну, если у меня будет все хорошо с ногой, да с пальцем. Пойдем в парк, и я сниму снова влог, как я гуляю в парке. Кстати, советую канал, как он называется, Аппаратофикум. Интересный канал, он тоже снимается про Понекрата. Вы знаете по событиям, если вы были у Дашки Фисташки, она сплагиатила, аппаратофику сплагиатила, короче. Ладно, я не буду говорить о Понекратере. Там где-то самолет летит. Ладно, я поставлю на паузу. Ну сейчас. Короче, мы уже в больнице. Сейчас мы идем. Так что всем увидимся с вами после этой маленькой операции. И мне уже сделали операцию. Так долго мучились. Даже моя мама устала. Потому что я орала. Ну, сейчас я покажу. Мне там перевязали палец, наверное, приду домой, приеду. Я уже не буду, наверное, маршрутки снимать. Приеду домой и покажу мой палец. Увидимся дома. Я пришла домой. Еле-еле доплентали с этим пальцем. Если я вам сейчас покажу, то это зрелище плюс 10. Отойдите все от экрана слабонервным. Это срочно. Я вам покажу сейчас палец. Кровяной палец и оранжевая нога.
От бактерий, вы понимаете? Все сделано. Короче, капец. Это мне сделали аж 3 укола. Ребята, я где-то час со своими проказами. Я очень проказный ребенок. Возилась. Ладно, я вам всем желаю добра и счастья. И всем удачи. И всем пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы поддержать меня с этой ногой. Всем пока!